Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 396. События дня. Евреям 9:27. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. 11 января 2017 года. Ну, вчера я разослал вот такое это наше песнопение на стихи. То желаете, можете послушать. Контр нажать, тут щелкнуть и все. Вот это я послал, тут о том, как... Ну, может даже показать. А то некоторые даже, может, никогда не слышали. Вот послушаем. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Вот послушаем. Рыбацкая шхуна с волнами боролась, стремительно крен возрастал. Смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. И всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был в лопасти виден плавник. Как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник. Корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка, объятья холодной волны. Над пропастью мглы с ледяною повязкой, о чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне, на вечно девятой волне. Иные клянут капитана Стармеха, проклятие всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну. И брошена разом волну. Иные от страха сидеют в минуты и умерли прежде конца. А есть, кто не вышли совсем из каюты, призвали на помощь Творца. А есть, кто не вышли совсем из каюты, призвали на помощь Творца. Молитва и в грохоте волн прерывалась, и глохла под тяжестью волн. А руки их небо с тоскою касались, стучались небесный Сион, стучались небесный Сион. Когда мой корабль опрокинет пучина, и рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своею кончиной других я увлек за собой. Других я увлек за собой. Дай Боже, чтоб к небу своею кончиной других я увлек за собой. Других я увлек за собой. Вот так. Я поставил это, разослал стихотворение и ответил Михаил Гордеев. Читаю. Гордеев, стихотворение замечательное, написанное в неволе, в любви к морю, к свободе и выстоять до конца. Напоминает шхуну капитана Татаринова, вмерзшего во льдах Арктики из кинофильма «Два капитана». Смелые и отважно идут и увлекают за собой в борьбе других. И когда уже нет надежды на спасение в этой жизни, они знают, есть спасение. Спасение в Господе в последней молитве. Титаник последней минуты
оркестр среди метущихся людей играет гимн «Ближе Господь к тебе». А исполнитель Виктор Савченко проникновенно в своей аранжировке исполнил. Слава Христу! Вот видите как, Гордеев, почему он сам моряк? Юрий Соболев. Легко и радостно служить Господу Иисусу Христу. 5 января 2016 года. Это название ролика. Замечательная беседа, Игнатий Тихонович. Бесед в такой доброй и душеполезной тональности, да побольше. Но на все воля Божия. Храни вас Христос. Иван Жар. Ну, Жар-то сокращенно, чтобы не нападали. Как только дашь полную, то там разные с Филадеев и откуда только нет. ДС все наваливаются. Это не говори, да это там упырь, да. То есть, ну, сумасшедшие, совершенно бесноватые, злобою одержимые люди нападают. Я стал скрывать даже. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Слушаю ваши беседы по скайпу. Наткнулся на тему хилиазма. Там вы говорите про ссылку на пророка, где сатана заделывает трещины. И когда все разваливается, ангелы рукоплещут. Я самостоятельно пытался найти в интернете, но не нашел. Подскажите, пожалуйста, где об этом написано? Это у Иоанна Златоуста написано. Почему, говорит, Бог дает такую свободу дьяволу? А для того, говорит, что если бы дьявол не получал этой свободы, то он бы сказал, да я такой бы коммунизм на земле построил. Он дает Бог, и на вот 70 лет они 100 миллионов убили. И все, и тогда ангелы смотрят, что он лепит-то. Трещины, он замазывает грязью сатана, потом отступается, а ангелы рукоплещут-то. И опять ничего у него не получилось. Перестройка, все, радуется, свобода, гласность, опять ничего не получилось. Все, набрали людей, теперь мы их поддержим, будут петь там где-то, полетим. Ничего нету, и опять ангелы рукоплещут. Ничего нету, сатана ничего не может дать, он человека-убийца и лжец. Я далее пишу. Иов, 2 глава, 4 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоть его. Благословит ли он тебя?» То есть он, дай мне его, я докажу, что не такой. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». То есть не до смерти. «И пошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою, лютою, от подошвы ноги его по самой теме его». Дальше. Иезекииль 13, 11. «Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, о, пойдете, и бурный ветер разорвет ее и разрушит стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и пойдет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Все, революционеры друг друга расстреляли, Тухачевского, вся Ленинская гвардия, Бухарины, все пошли под нож, все, которые строили революцию. И Сталин, наконец, отравленный, как считает. Это делал Гитлер. Все нормально, все хорошо, захватывают. Хвала, слава, зиг, хайль. Ничего нету. Как у меня написано стихотворение. Хайль, кричат открывшее хайло. Да. Появилось, сгинуло, ушло. Иезекииль 22:28. «А пророки ее все замазывают грязью. Видят пустое и предсказывают им ложное. Говоря, так говорит Господь Бог. Тогда как не говорил Господь». На кафедре перед Иоанном Златоустом... Это вчера там занятия были, я им подсказываю. При толковании псалмов Давида лежало сразу 4 общепризнанных перевода на греческий язык. Септуагинта, Ахилы, Феодотиона и Симаха. В некоторых местах переводы разнятся очень сильно. Это... А потом он берет и толкует все. Там и во время нужды богатая жажда. Там в другом месте и львы просят о добыче. Но смысл понятен. Толкование патриарха Вальсамона, 12 век, Зонары Алистина. Хотя и прикровенно, но поясняет, что это правило касается научения в церковном собрании в присутствии епископа. О чем речь? Ну там о чем речь шла? Так, Дмитрий Игоревич. Игнатий Тихонович, бывает такое, что люди, встречающие Новый год, вывешивают специальные календари. Если по китайскому обряду год петуха, курицы, лошади и так далее, то и календари вывешиваются с изображением оных. И при том это может висеть и в общественных местах, подъезд дома, магазин. Но вещевательные слова во свете Святой Библии не реагируют.
Как в таких случаях лучше поступать? Ведь, проходя мимо, сердце начинает бунтовать. Игнатий Лапкин, скажи и отойди. Дмитрий Игоревич, аминь. Вот вчера я хочу показать. Это у нас тут разговор был. Что такое миссионер? Миссия какая? И вот выставлен был ролик. Вот он как выглядит. Посмотрите. Это я один снимал, поэтому так крутилось, пока установил. Ну что? Добрый день, Игорь. Добрый день. Как, видно? Да, видно. Мира с миром. С миром, с миром. Так вам с вопросами, то есть мой вопрос там главный один, но есть еще подвопросы по теме. Так как вы очень часто в одном ответе отвечаете очень пространно и очень насыщенно, поэтому, может быть, какие-то вопросы они и снимутся. У нас никого не было, я один, и один я вот это снимаю. Вот оно как. Называется «Каким должен быть миссионер во свете Библии?» Показывай, какие признаки его, как узнать, как может стать. И вот здесь об этом как раз речь идет. Опять вопрошает. Ну, не все понятно, о миссионерствах. Ну, какие еще признаки, можно сказать, как питаются? Считай. 2 Тимофея 3:12. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Миссионер это обязательно гонимый. Гонимый в первую очередь врагами, лютыми, своими, своим епископом, кем угодно. Все желающие просто жить благочестиво. А тем более вы выйти уже на труд Духа Святого. Римлянам 14:21. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. То есть те, которые толстые, сверх меры разжиревшие, они миссионерами никогда не смогут стать. Никогда. Там кипит у них. Надо бежать, а куда бежать? Он с такой утробой. Мне всегда это напоминает. Картинку видел такую, ну раньше было, если магнитку строили, то даешь магнитку, даешь целину. И он любит покричать такое, что-то новое найти. И лежит в руке у него шашка, сам на диване лежит, а брюхо свесилось ниже дивана до полу. Даешь магнитку, даешь миссионерскую работу. Утроба ленивая, не есть мясо, откричись. Миссионер не должен есть мясо. Это Павел говорит, а Павел это был лучший миссионер. Не ешь мясо, в рот не бери, если ты миссионером хочешь быть. И может что-то получится. Вина, алкоголя, никакого. Не говоря, что табак там или наркотики. Про это даже говорить не надо. Я показал, что человек в галстуке, он не может быть божественным. Не может. Масонская удавка на нем висит. Брит это человек мирской. Он не может быть миссионером. Дальше. Колоссянам 1:18. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых. Дабы иметь ему во всем первенство. Так, то есть Христос есть глава, церковь, тело. Истинный миссионер это центральное знает. Сегодня знаю, первые 7 веков все время шла борьба. Вселенские соборы. Кто такой Христос, Бог, человек? А теперь идет забота о церкви. Скрыл сатана все. О церкви тогда не спорили. А сейчас о Христе не спорят. Правильно понимают баптисты, адвентисты, что Христос, Бога, человек. Но о церкви понятия никакого, сатана затушевал. А целое только когда церковь и Христос вместе, глава и тело. Так, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняя недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело его, которое есть церковь. Так что миссионера страдания восполняет недостаток, он понимает, что все время недостаток страданий этих, и за тело его церковь. И которые новые разные образования, называют конфессии, деноминации, это сатана прикрыл слово ересь. Что интересно, я посмотрел, ересь просто так, для себя. Ересь 5 букв, деноминация и конфессия 20, то есть 4 пятерки, со всех сторон обложил с этими словами, чтобы вскрыть эту пятерку. Даже в этом я вижу, ну детские рассуждения. Матфея 16:18. И я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть создам, и создал Господь где? В Сионской горнице и в доме Корнилия, вторая половина ее как бы церкви для язычников. И не разрушено будет. Все эти люди, которые отступают от Бога, еретики, все еретики,
они как раз говорят наоборот, церковь пала, церковь невозможная стала, и мы потом обновили. Ну что меняет? А у нее иконы. Ну, у баптистов икон нету, зачем от них адвентисты отошли? А сейчас библейские, евангельские названия. И все ложь. Дальше. Галатам 5:24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Даже просто Христовы, тем более если миссионер. Слышать об этом не хотят. Живут совершенно без таинств Господних. Церковь – это православная церковь. От апостольских времен идет. Католическая, григориано-армянская, коптская и сирская. Это одна церковь, ни две, ни три. И вот мне один пишет сегодня, сейчас мы прочитаем здесь. Считай, что он пишет. Так, Олег Сват. Дорогой, значит, ролик скинул. Трагедия фальшивого христианства называется. Дорогой Игнатий Тихонович, умоляю вас, не оставьте без внимания. Дальше. Молюсь о вас, и не только я. Не ожесточите сердце своего. У него везде не ожесточите сердце. Он не говорит, что он совершенно не в церкви, что еретик. Не ожесточите сердце. Какое тебе сердце знать, когда ты свое сердце покинул, которое в тухе, в жире заплыло? Скинь все килограммы с себя. Как говорится, что не рождает тонкие мысли, толстое чрево. И что? Ниже, ниже. Ну, тут больше нет. Сумейте услышать, не пренебрегите. О, не пренебрегите. Ну, давайте посмотрим, что он показывает. Смотрите внимательно. И искать. Если вы будете стучать, это станет... А вот смотрите, человек нормально как с бородкой стоит, в галстучке. Это масонщик один из них. И как называется? Трагедия фальшивого христианства. А он-то кто такой? То еретик он кто? Еретик, самый полновесный, даже смотреть не надо. И теперь вот он говорит, давайте чуть-чуть немножко прослушаем. Ваша реальность, это будет становиться ваша реальность. Это первое, первый такой дисклеймер, или первое такое уточнение, которое делает Иисус Христос в конце своей Нагорной проповеди. Христос. Кроме того, он говорил о том, что нам нужно входить тесными вратами, о том, что путь узок у христианина не популярен, он не будет тесный, популярен. Тесные врата. А он о тесных вратах знает. Ты спроси, соблюдает он посты? Как? Тихо, какая? Славянская. Славянская библейская церковь. То есть это совершенно новая секта. Новая. И святые тут поставили, обольстители. Гляди, как он. Это другой ролик уже. Это другой. Ну, вот это он говорит. Коломийцев. Вы нажали вот здесь, вот, и вы скинули. Это не важно, я показываю, кто он. Ну это да, тоже одно и то же. Кто он такой? Как? Трагедия фальшивого христианства. А, ну, может, это тоже. Берет канонические что? Книги. Не канонические 11 отбрасывает. А кто? Православные сохранили. А кто перевел? Православные. И теперь, а зачем вы образовали это? Смотри, вверху какое дылда стоит, там крест теперь изобразили. От креста как огня боялись. Это нельзя, идольское, на нем грехи привозил Христос, совершенно новое. А сколько их? 21 тысяча названий. Ну, допустим, 20 отбросим, 1000 достаточно? Ну, 1000 нету, ну, новое. Считать-то мы не можем. Новое. Православное, а почему тебе не присоединиться было к Сергею Журавлеву, к этим бесноватым клоунам, сейчас которые отошли, New Age, отошли в Красноярском крае там бою. Почему нет? То есть новая сатана. Сеять как пшеницу. Что смотреть-то? Посмотрел ересь. Он ни одного слова не может сказать из Иоанна Златоуста. То есть полностью 2000-летний период церкви сбрасывает со стола. Не было ни канонов, ни правил, ни жития святых, ни толкования святых отцов. Ничего нету. Совершенно. Я немножко продернул. Немножко. И думаешь, что, ну неужели Бог будет таким строгим? Ну, понятно. Так что, тут брать нам абсолютно нечего. Теперь посмотрим наши ресурсы. Вот, сейчас выставляю. Это события дня. 5 роликов сегодня выставлено. Дальше, что у нас еще есть? Это православный форум. У нас в православном форуме. Тут что-то сегодня тоже выставили. Я посмотрю сейчас, что именно выставили. Выставлено. Ну-ка, что тут пишет? Игнатий Тихонович, доброго времени суток.
Прежде всего хотел бы вам выразить свое уважение, на которое никак не можете повлиять ваш ответ на следующий мой вопрос, так как я убежден, что он не является принципиальным для христианской веры. Первое. Лютер, как и все смертные, не знал всю христианскую веру в совершенстве. Был он, как и все люди, человеком грешным, и при всем этом он был очень эмоциональным, поэтому, как кажется, нет ничего удивительного, что он мог написать то, что явно является ошибочным. Второе. Стоит, однако, отметить, что у Лютера вся жизнь мучила духовная борьба и сомнения совести. Если вдуматься в это, то, возможно, опрометчиво считать его человеком безбожным. Третье. Евреи, как и все нации мира, призваны к вере в Бога. Все нации мира, как и евреи, страдали. Но от страданий евреев, которые составляют всего 0,2% от всех жителей Земли, больше копоти, шума и жалоб исходит, чем от всех остальных наций вместе взятых. О несправедливости к ним говорите и пишете вы. С вашей точки зрения, Бог больше любит евреев, чем славян, негров и чукчей? Эти вопросы. Ну почему ко мне вопрос-то? Вы это форум общая открытая, непонятно почему любит Бог. Любит праведников. И когда евреи его распинали, он говорит, дом ваш пуст. И если взыскивает, говорит, то в первую очередь виновные иудеи. А потом и Елены. Как в добре. Так что я никогда не говорил, а то больше любит. Это Бог так создал. Избрал 2896 наций, избрал евреев Авраама, а остаток от него спасется. Да, что сказали, я ничего не опровергаю. Благодарю. Хороший, видно, вопрос задали здесь. Ну и отвечайте, кто желает. Это открытые здесь. Дальше. Вот у нас здесь. Теперь я закрыл. Ну и это тоже так же. У нас свой видеоканал, большой видеоканал. Вот оно где. Сегодня я выставил как раз 5. Сейчас посмотреть надо, что тут. Ночью я выставил. Рождество за обедом, утренний завтрак. Василий снимал тут в Потеряевке. Ян Златоуст. Посещаемость 4 человека. А вот события дня тут побольше. 14 там аж. Там 14 Златоуста. 14? Да. А тут? 131. Ну, почти в 10 раз больше события дня. Ну, вот кому что нравится. А вот оно вчерашнее, которое стоит. А вот это вот хорошее понравилось. Смотри, сколько здесь? Ого, 1100. Так 3 часа 40 минут запись идет. Ничего себе. Да, это мы с ней беседовали долго. Легко и радостно служить Господу Иисусу Христу. Видите как? Люди находят. Ну, у нас простое все, мы ничего нигде не добавляем. И самый большой ресурс у нас православный библейский сайт. И самое ценное здесь 4124 ответа. Тут все наши книги, можно узнать, как получить. И все говорится. Здесь мы сейчас проходим жития. Опять скинуло все. Надо было записывать. Так, посмотри, какой последний был. Мы восьмой том перешли. Вот, вот ниже. А, вот оно где. Ну, тогда все сохранилось. Что тут у нас? Ctrl-A, Ctrl-S. Сейчас мы будем вопросы, которые в теме, в папке по житиям святых. Вот, мы... Почему-то она открывается все время с полузакрытой. 20-й шрифт поднять. Ну, вот и все. Хорошо, что ты считаешь. Давай. Вопрос 2000... Это вопросы, которые мне задавали в университетах, в школах, по радио, которые я вел 3 программы. И 2 тома, разбирая жития, 1173 биографии, как жития. И по ним. Вопрос 2008. 8 том «Открытым оком». «Открытым оком» — это у меня вышло 30 томов в бумажном варианте и еще 3 в интернетной версии. Как же так получилось, что в житиях говорится только об иночестве и ни в одном месте о рождении свыше? Ответ. Каждый делает то, что может, что знает. О том и говорит. Нельзя выжать то, чего в нем нет. Вывод только один. Тот, кто писал жития, сам был не рожден свыше. Вот весь ответ. Евангелие от Иоанна 3:3. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. 1 Петра 5, то есть даже 3. На мытарство не пройдет. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
по великой своей милости, возродивши нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Это я расширял потом. Это я отвечал с кафедры в университетах. Всегда Слово Божие. Дальше. Так, Иосиф Волоколамский, 9 сентября. Кавычки. Это кавычки открываются. Так, 7 лет отдан он был в учение и весьма скоро изучил Божественное Писание. Вы заметьте, изучил Божественное Писание, вообще здорово. Любил он часто ходить в храм Божий и, удаляясь от сверстников, всю мысль свою устремлял на угождение Богу. Презрев мирскую суету, удалился он в Боровск, в монастырь преподобного Пафнутия, который постриг его в иноческий чин. Это хорошо Писание знал, которое говорит, идите и проповедуйте Евангелие. А он из Писания узнал, спрячься от людей. Где, какое он Писание считал, написано Божественное Писание. Что он имеет в виду? Но только, конечно, не Библию. Ее и не было. По прошествию некоторого времени взял он к себе в ту же обитель своего родного отца, принявшего также и иночество, и служил ему и покоил его до самой его смерти. 18 лет пробыл он в повиновении у святого Пафнутия. По смерти своего учителя и наставника он был сделан игуменом его обители, которую управлял около 2 лет. Затем удалился он с некоторыми из братьев в лес, ревностно подвязался против ереси жидовствующих и написал обличение ее книгу. То есть была ли такая ересь, никто этого не знает. Вот. Кто он такой, Иосиф? Это надо еще будет посмотреть. Стихотворение. Стихотворение. Зима оказалась бесконечно длинной, с ее морозами, заносами и тьмой. Кто победит ее, какой герой былинный? До Пасхи не дожить, умрешь зимой. Но незаметно, воробьиным скоком, дни удлинялись, календарь тоньшал. По градусу теплело за порогом, лед 2-метровый разом затрещал. Вдруг в одночасье вышла перестройка, гласность, Горбачев, раскрепощенный смех. Плен вавилонский оказался пройден, и реабилитация внезапная на всех. Змей-полиглот, 6-я часть от суши, да хвост еще на море-океане, стал распадаться, не жилец без стужи, дня не прожил без крови и обмана. Решили показать человеческое лицо социализма, и оказалось, никакого нету лица, чудовища, клыки, и все это кровью течет с него. Гроссмейстеры, израильские слуги, гиганты зла, духовные уроды, сглотнули Русь, краснели от натуги, давились жертвами с клеймом враги народа. Когда бы не Христос, Священное Писание, не откровение Духа Всесвятого, кто прозумел и догадались сами, что это за грехи, и нам не ждать другого? А то, что гении, вершители эпохи, Нероны, Ленины и Гитлеры вдобавок, родись они пораньше, так бы и подохли в безвестности среди колхозных шавок. Бог он назначил ночи Валтасара, он Кира воздвигает в нужный час, а вся их комарилья вскиснет на опаре, рабы не мы и будут лишь мычать. На этой крохотной голубенькой планете идет все так, как и Иегова скажет. Тысячелетний рейх и коммунизм бредни, все разом в прошлом с полусекундным стажем. 19-е, вот такое стихотворение. О чем здесь речь идет? Рождение свыше в житиях там. Давай. Жития, пиши в первом месте, везде написать было. Жития, рождение свыше. Дальше, так мы сейчас посмотрим, что у нас в наличии есть. Вот так, это вопрос. Снимаем с повестки, когда ответим. Буква В у меня там отлетела. Там ее поставишь. Вот такие вопросы. И как бы вы отвечали их? Вопрос. Поставь букву В большую. Вопрос 2027. 8-й том «Открытым оком». Человек может намечать себе планы в жизни. Какими замыслами отличались те, кого потом стали называть святыми? Сильный вопрос. Вдумайся в это. Да, да. Давай. Ответ. У них и не могло быть ни одной мечты, кроме как стать иноком. Если даже это не так, то писавший жития должен был это написать. Их научили, что иночество и монастырь – это царство Христово воплощенном виде на земле. И как было им не видеть,
Такой не иметь. Ты что-то спишь, что ли? Такой превосходной мечты и потом всю жизнь воплощать ее. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. 2 Тимофея 4.7. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Филиппийцам 3.12. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Разве случайно, что митрополит Дмитрий Ростовский заповедал все черновики житий положить с собой в гроб? Обычно черновики хранятся у всех писателей. Я пишу иногда проповеди в стихах, и у меня все черновики целые. И вопросы, на которые я отвечаю в книгах, в большинстве своем сохранились за много лет, более 3500. Мне не стыдно их показать, что они не выдуманы мной, а заданы слушателями. Часть вопросов, которые касаются монашества, мне задавали и устно в течение более чем 40 лет при беседах, диспутах, на радио, на встречах с различными людьми. И теперь я их воспроизвожу, как они мне помнятся. Когда черновики уничтожают, то можно предположить, бояться, быть может, что по ним легко найти фальшь, подделку, изменение, черновую правку. Афанасий Исповедник, 22 февраля, кавычки открыты. Он с детства отличался благоговейным настроением души, и любимой мечтой его юности было провести жизнь в иноческом звании. Слово «мечта» везде в Библии имеет только отрицательный смысл. Слово «мечта» должна быть исторгнуто. Дальше. Посему он по достижении совершенного возраста удалился в одну из никомедийских обителей и там принял иноческое пострижение. Все. Далее. Любимая мечта. Патер Муфий, 9 июля, кавычки открыты. Пресвитеры же, дивясь такой происшедшей с ним перемене к лучшему, а также и его чрезвычайному воздержанию, хотели его удержать при себе, чтобы научить его чтению. Но он, прожив с ними одну неделю, снова ушел в пустыню и пробыл в ней 7 лет. Пришел к нему и один юноша, желавший быть его учеником. Преподобный, принявши его, облег его в иноческое одеяние, состоявшее из волосяного рубища, куколя и козьей кожи, которая у инока обыкновенно называется милотью или милотарем, или ем, и учил его богоугодной иноческой жизни. Иноческая жизнь богоугодная, совершенно не евангельская, абсолютно антиевангельская. Идите по всему миру, нет, всех прятали, дожили, мусульманство там родилось. 2 миллиарда потеряли, 2 миллиарда. Так, не опоздать, не опоздать. Стучат колеса, конские копыта, и сердце клапаны торопятся подстать с такой же лихорадочной прытью. Отмерено, однако, до минуты всему зачавшемуся жить и умереть. На каждый шаг с подушкой малюты, а проще говоря, дежурит смерть. То есть напротив каждого слова, в строчке у меня взято место писания. Откуда взята эта мысль? Успеть развить дарованный талант, засеянный просеять урожай. Торопится залечь в войну герой под танк и обезвредить тех, кто угрожает. Не опоздать фату купить невесте, окончить школу, получить медаль, детей родить, стать петушистым тестем. Так быстро срок заканчивать, а жаль. Не опоздать, и опоздал бы точно, не встретится благовестник на пути. День воссиял среди кромешной ночи, а на часах 12:05. Не о награде думы, мой динарий, по праву и по правде был не мой, когда б на труд пришел, как этот парень, а я лишь осенью соседствую с зимой. Как много опоздавших в этом судне, что опрокинулось, ударилось о дно. О, где те праздники бесчисленные блудни, слагал бы песни, книги об одном, о том, кто поспешил в начале века Голгофский крест украсить на вершине. Воскресли падшие и повернули реки. Не опоздать на брак, к нему спешите. Успели до заката за застолье наполнить мир, переменить одежду. А не пришедшие хватаются за колья. К стрелецкой казни правит скрип тележный. Вот о чем речь, о чем тут? Ну, мечты житий святых. Так, жития, мечты святых. Везде первое слово пиши «жития». Так,
Стоп. Сейчас. Жития мечты святых. То есть не евангельские, абсолютно. Дальше идем. Какой вопрос? О, теперь мы его выделяем, копируем, сворачиваем, открываем, вставляем, выделяем, увеличиваем шрифт. Милости просим. Поехали. Вопрос 2041, 8 том «Открытым оком». Подвиги против своего тела не описаны в Библии, и Священное Писание не требует безумных трудов умерщвления плоти. Вы говорите, что в житиях описаны случаи великих страданий борьбы с плотью, и они были не по Евангелию. Есть ли жития, подтверждающие, противоречащие этим истинам? Ответ. Житие бывшего преступника и уголовника перекрестилось житием царского сановника. Но описывает это монах. И все, что бы ни говорили они, что бы ни делали, все сравнивается не с Писанием Божьим, а с уставами иноческими. И похвала обязательно не в сторону любви, но в сторону нерушимости молчальнических и других античеловеческих придумок. Человеческие вымыслы заняли место Божьего откровения о Христе и Боге, о Библии во всех этих житиях нет ни слова, как в докладах сегодняшних архиереев. Это же все один к одному из тех житий. Борется со страстями, а ему нужно жить в семье, работать и плодить ребятишек. Но он был уже обманут монахами, что только вот так, разжигаясь десятилетиями беспрестанно, ты будешь в раю. Лживые правила, антихристианские тяжелые бремена, которые являются вызовом Богу, презирающие заповеди Божии, данные Духом Святым, и это все с благими намерениями возложили на этого здорового мужика. И потом охают и дают ему совет не спать и истощать себя. А толку никакого, ему не хватает законной супруги и нормальной жизни, какую назначил людям Бог, когда изгнал человека из рая. Монахи же придумали возвратиться в рай, изгнав оттуда Еву, как виновницу тризны, и с поврежденной натурой начать все сначала. А рядом точно так же страдает красота женская и бьется о камни. И эта монашеская жизнь есть высочайшие пробы, доказательства, что монастыри ни на шаг не приблизились к выполнению своей задачи, которую они измыслили. Грешник, он и там оставался таким же. И они вожделели женщину видеть, спать с ними и рождать детей и воспитывать. Монахи же с ножницами и ножами караулили, как разбойники, и насиловали, постригали, обрезали, кастрировали внешне. А в душу к этим постриженникам они не имели доступа, и потому стонали все: «Дайте мне женщину!» Евангелие от Матфея 19:12. «Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. А рядом в монастыре женском, всего-то через реку, тысячи молодых и здоровых девушек изнывали, видели во сне своих рыцарей, как они их выкрадывают из монастырей. Это они бились в истерике, болели, кликушествовали. А старые монахини им давали точно такой же невыполнимый совет, как и в мужском монастыре. Божьего рецепта и лекарства никто не хотел и видеть. Они приготовили свою микстуру. Бдение, холод и голод. Спание на камнях и в золе. Лживые человеческие мысли, противные Божьему замыслу о нашем спасении. Но внешне монастырское безбрачие так привлекательно выглядит, вроде бы они ангелы, только почему-то небесные. Ангелы всегда в белом и светлом являются, а тут всегда и все до одного в черном одеянии. Прообраз противления Богу. Так, житие Моисей Мурин, или Мурин, 28 августа, кавычки открытые. «Сей грешник умилился сердцем, раскаялся в своих злодеяниях, оставил разбой из своих товарищей и пошел в пустынный монастырь, и предал себя в повиновение и послушание игумену и братьям, более же всего самому Богу. Моисей пролил много слез, и днем, и ночью, каясь,
от содеянных ранее грехах своих. Все поручаемые ему работы и послушание он исполнял неленостно и был славным иноком. Апостол Павел, Саул убивал людей, и он стал прятаться. Нет, конечно, а пошел служить этим людям и не страшился. Это разбойник, Мурин. И не только эти четыре, но и другие разбойники, услышав о своем вожде Моисее, что он покаялся и стал иноком, также оставили разбой и все греховные дела и стали добродетельными иноками. Итак, Моисей пребывал в трудах покаяния. Первоначально его обуревали греховными помышлениями бесы блудодеяния, разжигая похоть его и увлекая его к прежней блудодейственной жизни. Как он сам потом рассказывал братьям, говоря так: «Я претерпел столь великие неприятности, борясь с вожделениями плотскими, что едва не нарушил обета иноческого». Раб Божий Моисей, отправившись в келью свою, затворился в ней и пробыл в повседневном пощении, вкушая очень немного хлеба вечером после захода солнца. Весьма много Моисей трудился в рукоделании, 50 раз в течение дня вставал на молитву, совершая коленопреклонение. 50 раз на молитву, 50. То есть тут не надо было ничего делать больше. Да, однако, несмотря на то, что Моисей томил тело свое трудами и пощением, плотское вожделение, влекущее к греху, не исчезало в нем. Все. 50 раз не помогло, а то бы одна, так один раз с женой склонился, и все исчезло. Но Моисей, будучи укреплен таким видением и словами старца, возвратился в келью свою и снова начал упражняться в обычном пощении и трудах молитвенных. Факел горит, факел щадит. И только этот факел погасить одно свойство. Да, чадит. Однако и после этого брань не оставляла его. Напротив, Моисей начал страдать еще более от врага, будучи разжигая мечтаниями сонными. Посему встав он, пошел к иному святому старцу, весьма опытному, и сказал ему: «Что мне делать, Авва? Сонные видения повращают ум мой, разжигая мою плоть, услаждая страсть и возбуждая меня к первоначальному греховному образу жизни, смущая меня привидениями». Он многих убил людей. Старец отвечал ему: «Ты потому страдаешь, перенося то мерзкое наваждение, что не соблюдаешь ума от своего сладострастных мечтаний. Сделай же так, как я говорю тебе, посвяти себя бдению, мало-помалу привыкни к нему и молись бодростью, тогда ты освободишься от этой брани». Моисей принял такой добрый совет и от опытного святого наставника возвратился в келью и начал обучаться всеночному бдению, то есть бодрствованию молитвенному в течение всей ночи. Он стоял в келье посреди кельи всю ночь и не преклонял колен молитве, дабы не предаться сну, но стоял прямо, не смыкая очей своих. Святой пробыл в таком подвиге 6 лет, но и таким способом он не мог избавиться от плотского вожделения. Вот от старец-то его все же, точно, ты избавишься. И чтобы так избавиться, не удалось... Воюющего на дух. О нем узнал и князь, правитель страны той. Сей последний отправился в скит, желая видеть Авву Моисея. Он уже Ава. Старец был извещен о том, что князь намеревался прийти к нему, дабы видеть его Моисея. Но Моисей, выйдя из келии, замыслил убежать в болото и тростник. Вот понимаете, ну вот посчитайте сказки эти. Где что-то евангельское есть? Кто убегал? Блудница, иди впредь не греши. Случайно некоторые странствующие братья пришли к Моисею из Египта. О как! Старец приготовил для них немного вареной пищи, но когда его соседи увидали дым, то сказали клирикам: «Моисей нарушил повеление и варит себе пищу». Вот так, они увидели, зачем наблюдали, чтобы дым не появился. Но клирики сказали: «Облещим его тогда, когда он придет в собрание». Вот теперь нашли работу, есть куда вцепиться. Ибо все за... А все мучаются, как Моисей. Всю ночь они борются с красавицами, воруют их. Ибо все знали о постнических подвигах Моисея. А мы уже заранее приготовились, уже колья в руках, все, прошибут голову. Когда наступила суббота, Моисей пришел в храм к пению соборному. И сказали ему в присутствии всех клириков: «Отче Моисей, ты нарушил заповедь человеческую, но исполнил заповедь Божию». Некоторый брат пришел издалека в скит для того, чтобы видеть преподобного Арсения. Читали, который царских детей воспитывал. А.
будучи приведен к Арсению, брат тот видел его, но не сподобился слышать слов его, ибо старец Арсений сидел молча, глядя на землю. Вот это монашеская жизнь. После того странствующий инок начал упрашивать брата привести его к Моисею, бывшим разбойником, для пострижения, до пострижения в иночество. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. То есть поводырь привел сначала к Арсению, а потом к Моисею. А Моисей взял да и рожок накормил гостей. Когда они пришли к Моисею, то Иисей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогой скитский брат сказал пришельцу. Это специальный гид, который ходит. Вот, ты видал и отца Арсения, и отца Моисея. Кто из них лучше, по твоему мнению? Брат отвечал на это. Лучший из них тот, кто принял нас с любовью. То есть сказать нельзя открыто. Ну почему прямо не сказать-то, что Моисей-то лучше поступил-то? Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так. Господи, скажи мне, кто из них более совершен и заслуживает больше благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, или тот, кто принимает всех, так также ради Тебя? То есть непонятно еще, надо видение, откровение, и на это будут ссылать, что он там во сне там видел. Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял его кораблем, соблюдая его в великой тишине. То есть как Духа Святого видел он, это тоже непонятно. В другом месте преподобный Моисей, кораблем же управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Ну, значит, понятно, что Дух Святой выше. Тот, который молчал, не принимал, не кормил никого, тот выше. Житие Евпраксия, 25 июля. Евпраксия как-то. Евпраксия. Евпраксия. Ты новое житие составляешь. Давай. Кавычки открыты. Когда траковице Евпраксии было 5 лет, царь, посоветовавшись с матерью ее, обручил ребенка с одним из сенаторских сыновей. Благородным юношей, который обещался ждать, пока подрастет от раковица. Был там близ города один девический монастырь, Тавенский, со 130 монахинями, о богоугодных делах которых много хорошего рассказывали в народе. Ни одна из них не пила вина, не вкушала масла, винограда и каких-либо плодов. Некоторые из них, которые поступили в монастырь, с детства никогда не видели последних. Что такое плоды и яблоки даже не видели. Ага. Пища их была хлеб с водой, сочево и зелень, и то без масла. Они ели один раз в день вечером, некоторые же через день, а иные через два дня принимали немного пищи. Они никогда не отдыхали, не мылись. Представьте, женщина молодая, у нее месячные и все, и никогда не мылись. Это считалось за подвиг. О бане нечего и говорить. Они слышать не могли об обнажении тела и самое слово «баня». Употреблялось у них в упрек, стыд и насмешку. То есть представьте себе, никакие сауны, ничего, и мыться женщине, подмыться нельзя, ничего. В насмешку это. Каждой постелью служило волосяное рубище. 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 На земле 3 локтей в длину и 1 локоть в ширину. Локоть полметра, всего и 1.5 метра. На этом они спали и то немного. Одежда у них были волосяницы, длинные до земли, покрывавшие их ноги. И каждая трудилась по силе. При болезни не принимали никакого лекарства, но с благодарностью переносили болезни, как бы принимая великое благословение от Бога. И от него одного ожидая помощи. А Иоанн Златоуст в ссылке, когда шел, искал лучших врачей. Лука врач был. Никто из них не выходил за монастырские стены и не разговаривал с приходившими, а все переговоры велись через одну привратницу. Все усердие их было направлено на собеседование с Богом в молитве и на угождение Ему. Однажды, когда Евпраксия пришла, как обыкновенно, в этот монастырь, то игумене, словно по внушению Духа Божия, сказала маленькой девочке Евпраксии: «Госпожа моя Евпраксия, любишь ли ты этот монастырь и этих сестер?» А ее уже обручили, 5-летнюю. «Да, госпожа, — отвечала та, — я люблю вас. Если ты любишь нас, — продолжала игуменья, —
то останься с нами в иноческом образе. Вот как они их агитировали. Девочка отвечала: в самом деле, если не будет огорчена моя мать, я не уйду отсюда. Тогда игуменья спросила ее: скажи мне правду, кого ты больше любишь, нас или своего обрученного? Я его не знаю, отвечала девочка, а вас знаю и люблю. Скажите и вы мне, кого вы больше любите, меня или того, как вы называете обручника? Игуменья отвечала: мы любим тебя и Христа нашего. Какой разговор состоялся? Девочка на то призналась: и я люблю вас, и Христа вашего. То есть она совершенно еще не знает. А мать ее, Евпраксия, сидела, слушала благоразумные речи своей дочери, и обильные слезы текли из глаз ее. Слушала и игуменя с умилением слова маленькой девочки, и удивлялась, как она, еще ребенок, ей не было еще и полных 7 лет, так умно отвечала. Наконец мать, которой жалко стало дочери, сказала ей: пойдем, дитя мое, домой, уже вечер. Но девочка отвечала на это: я останусь здесь с госпожой игуменьей. На это игуменья заметила ей: ступай с матерью в домой. Тебе нельзя здесь остаться. Здесь может жить только такая девушка, которая посвятила себя Христу. А где Христос? Спросила девочка. Игуменья обрадовалась и показала ей пальцем на образ Христа. Девочка побежала, поцеловала икону Спасителя и, обратившись к игумене, сказала: воистину, я обещалась Христу, и не уйду отсюда с матерью, но останусь с вами. Дитя, возразила игуменья, тебе не на чем спать, тебе нельзя остаться здесь. На чем вы спите, отвечала девочка, на том и я буду. Это как в образец ставится. Уже вечер склонялся к ночи, а мать с игуменей все уговаривали всячески девочку уйти из монастыря и пойти домой. Но ничего не могли сделать, так как она вовсе не хотела уходить оттуда. То есть ни родители не слушаются, ничего, характер какой. Наконец игуменя сказала ей: дитя, если ты хочешь здесь жить, то ведь надо будет учиться грамоте, псалтире и поститься до вечера, как и другие сестры. И поститься буду. И поститься буду, согласилась девочка. Ты и учиться всему буду. Только оставьте меня здесь. Да. Тогда игуменья сказала матери: госпожа моя, оставь ее здесь. И вижу, что воссияла в ней благодать Божия, что праведные дела отца ее и твоя чистая жизнь, и обоих вас родительские молитвы и благословения ведут ее в жизнь вечную. Тогда стала благородная Евпраксия, подвела к иконе Спасителя свою дочь, подняла руки вверх и сказала со слезами: Господи Иисусе Христе, ты позаботься об этом ребенке. Тебя желала она, тебя отдала себя. Тебе отдала себя. Тебе отдала себя. Потом обратилась к девочке: Евпраксия, дочь моя, Бог, утвердивший неподвижно горы, да утвердит тебя в страхе своем. Ты уже догадаться, что это пишет через 1000 лет, Дмитрий Ростовский, никаких документов нету, это прямая речь, все, ничего этого нету, это автор сидел и выдумывал, но все это церковь одобрила, что вот так оно должно быть. То есть вот хотите образец, образец вот такой должен быть. С этими словами она отдала девочку руки игумени, а сама плакала и била себя в грудь, и все монахини плакали с ней вместе. Итак, она вышла из монастыря, отдав дочь свою Богу. На утро рано пришла она опять в монастырь. Игуменья взяла девочку Евпраксию, привела ее в церковь и, совершив молитву, облекла ее в ангельский иноческий образ при матери ее. Это все каноны, все попрано. Оно где-то же совершенный образ должен быть. Возраст ее, ничего нету. Все. То есть, что она будет, как дальше будет? Ничего нету. И отца нету, и то, что уже обручено, ничего нет этого. Главное, ангельский образ. Придумали, это ангельский образ. Ангельский с маленькой буквы. 7 лет. Мать, увидев ее в ангельском чине, воздела руки к небу и так начала молиться о ней Богу. Царь вечный, начавший в ней благое дело, ты доверши его. Дай ей исполнять волю твою святую. Пусть получит милость у тебя Творца эта сирота, отдавшаяся тебе с детства. Потом она спросила дочь: дитя мое, нравится ли тебе эта иноческая одежда? Да, я люблю ее, отвечала девочка.
потому что я слышал от госпожи игумени и от других монахинь, что эту одежду дает Христос в залог обручения любящим его. Вот сейчас маленькие ваххабитов учат, 5-7 лет, учат расстреливать пленные, они стреляют их. Это то же самое, только в другом варианте. Мать сказала на это: Христос, которому ты обручена, дитя, он да удостоит тебя своего чертога. С этими словами она поцеловала свою дочь, потом, простившись с игуменей и всеми сестрами, вышла из монастыря. Это не печатают нигде. Нигде. Отдельно. И никто не знает это житие. Но оно именно у Дмитрия Ростовского. Это образец. Слышно было о ней, что она ни рыбы не ест, ни вина не пьет, постится каждый день до вечера и поздно вечером принимает очень немного постной пищи, кутьи или овощей. Всех удивляло такое воздержание ее при громадных средствах. Видать, спустя несколько лет игуменя в названном выше монастыря пригласила к себе добродетельную вдову Евпраксию и сказала ей тайно: «Госпожа моя, я тебе хочу сообщить важное дело, но не пугайся». «Говори, госпожа моя, что ты хочешь», — отвечала она. Игуменя сказала следующее: «Если ты хочешь распорядиться относительно своей дочери, то делай это поскорее. Я видела сновидение твоего мужа Антигона, великое славе, стоящее пред Владыкой Христом и молящего его, чтобы он велел тебе оставить тело свое и пребывать с ним вместе, наслаждаясь такой же славой, какой он сподобился за свою добродетельную жизнь». То есть, вот она видение видела, и видела ли она его, никто не знает. Или Дмитрий это все придумывает. Услышав это, благочестивая женщина не только не смутилась, но даже очень обрадовалась. Она желала расстаться с телом и отойти ко Христу. С телом расстаться, с телом. Смотри, что дальше. Она тотчас позвала свою дочь, которой было уже около 12 лет, и сказала ей: «Дитя мое Евпраксия, вот, меня уже зовет Христос, как сообщила мне мать игуменья. И близок день моей кончины, поэтому все имущество твоего отца и мое я отдаю в твои руки. Распорядись им честно, чтобы наследовать тебе Царство Небесное». О, как делалось. Все, монастырь всем завладел. Это не секта никакая, не тоталитарная, ничего. Это монастырь. Девица Евпраксия заплакала и сказала: «Горе мне, осталась я одна сиротой». «Дитя», — сказала ей мать, — «у тебя есть Отец Христос, которому ты обручилась. Ты не останешься одинокой сиротой. Вместо матери у тебя будет госпожа игуменья. Только старайся исполнить то, что обещала Христу. Бойся Бога, уважай сестер, повинуйся и со смирением. Никогда не думай в душе о том, что ты царского рода, и не говори: им следует работать на меня, а мне на них». Они мне на них. Они мне на них, да. «Но будь смиренной, будет тебя любить Господь. Будь нищей на земле и будешь богата на небе. Вот, все в твоих руках. Если монастырь будет нуждаться в деньгах, дай, сколько будет нужно, и молись за меня и отца твоего, чтобы нам получить милость от Бога и избавиться от вечной муки». То есть все, завещание дала, распоряжаться счетами всеми, все перешло в монастырь. Но мешает еще мать: «Пать, а ты умрешь». Какая сила убеждения? Умрешь, умрешь, не выйдешь оттуда, я умираю. Сила убеждения. Все, деньги переходят в монастырь. А Евпраксия начала еще усерднее подвязаться, угождая Богу, и постилась сверх сил. Ей было тогда 12 лет, когда она избрала себе самый суровый образ жизни. Сначала она ела один раз в день, и то вечером, а потом она стала поститься до следующего и, наконец, до третьего дня. Наносить приказывал ей каменьев, насыпать их под волосяную постель и спать на ней, а сверху на постель насыпать пеплу и спать так 10 дней. Придумай это все. Вот. Ну хотя бы полслова, хотя бы одна молекула из Евангелия была. Она приказывала ей камин, она приказывала как будто. Да. Однажды Евпраксия подверглась во сне некоторым соблазнам от искусителя. Ну догадайся, какие искусители? Рыцарь ворует ее. Тогда она набрала каменьев под свою волосяную постель и посыпала ее сверху пеплом. Увидев это, игуменья улыбнулась и сказала одной из старших сестер: «Вот и эта девушка начала страдать от дьявола». То есть все страдают, еще одна страдает. А вот и это, ага. «И стала молиться: не Боже, сотворивший ее по образу твоему, — говорила она, —
повелевший ей избрать этот иноческий чин. Вот, то есть повелевший, на Бога это все возлагается-то. Ты утверди ее в страхе твоем и от бесовских наветов сохрани ее. Потом она привязалась к себе призвала к себе Евпраксию и спросила: почему ты мне не сказала, что тебе было искушение дьявола, а скрыла это от меня? А та упала игумене в ноги со словами: прости меня, госпожа моя, что постыдилась сказать тебе. Дочь моя, внушала игумене, это начало твоей борьбы со врагом, крепись, чтобы одолеть его и получить венец. Спустя несколько времени Евпраксия опять подверглась искушению дьявола. Опять рыцарь, опять ее ворует, опять увозит. Была бы только ночка, да ночка потемней. И вот теперь это все сравни с Евангелием. И опять подверглась. Она только-только еще входит в девический образ. Да. А написано, лучше, говорит, выйти замуж, нежели разжигать. Это все вышиблено. Они ничего этого не знали. Речь идет о тысячах. Так. И рассказала одной сестре Юлии, которая очень ее любила и наставляла в подвигах. А Юлия сказала ей: госпожа моя Евпраксия, не скрывай этого от игумени, но расскажи ей как следует, чтобы она помолилась о тебе. Говорят, она сама в юности много претерпела искушения дьявола. Ну да, дьявола-то все. Рассказывает, что она однажды ночью после сильного искушения вышла из кельи, стала под открытым небом, подняла руки к небу и пробыла так 40 дней и ночей без еды, без питья, без сна, стоя и молясь Богу, пока не победила дьявола. Ну вот это уже сущее вранье. 40 дней стояла, пала, не спала. Да, 3 дня, все. 3 дня человек выключается и падает. Это природа человеческая. Но тут начинается уже фантастика. Это, как я называю, Герберт Мюнхгаузен в рясе пишет. Да. И мы все бываем искушаемы врагом. Надеемся, что с помощью Христовой одолеем нашего искусителя. Поэтому, сестра, не удивляйся этому, не смущайся, но расскажи поскорее игумене о случившемся с тобою. Не стыдись. Пускай игумене тоже маленько вспомнит свою юность. Да, да. Услышав это, Евпраксия поблагодарила Юлию. Помоги тебе, Бог, сестра, за то, что ты наставила меня и укрепила мне душу. Я пойду и расскажу госпоже Великой о том, что случилось со мной. Ни Священное Писание, ни Евангелие никакой роли не играет. Госпожа, та, которая сама страдает от этого. И не только расскажи, деду, а прибавила Юлия, но и попроси ее помолиться о тебе и прибавить тебе подвига. Ничего себе. Евпраксия пошла и рассказала игумене об искушении дьявольском. Игуменя сказала ей: не удивляйся этому, дочь моя, со всяким оружием нападает на нас дьявол, но не бойся. Стань мужественно и непоколебимо, чтоб он не одолел тебя. Много еще тебе предстоит искушений от него. А ты подвязайся, чтоб победить его и получить от Христа жениха твоего победные венцы. Почему упоминать Христа жениха, чтоб другого не избрала? Тут показано о чем. Усиль свой пост, сколько можешь. За подвиги получай честь. Скажи мне, дитя, как ты постишься? Я принимаю пищу через 3 дня, отвечала Евпраксия. Через 2? Откуда ты добавил 3-то? А, да я просто раз. На ее подвиг возлагаешь больше. Понравилось она тебе, Евпраксия, это? Я принимаю пищу через 2 дня, отвечала Евпраксия. Прибавь еще 1 день к своему посту, сказала игумене, и ешь на 4-й день после захода солнца. Че, как не помирить-то. Евпраксия приняла этот наказ с радостью. Евпраксии исполнилось 20 лет от роду, она возмужала телом и была красива, обнаруживая знатность своего рода. Подвергшись опять искушению, она сообщила о том игумене, а игуменя сказала ей: пойди, дитя, и перенеси эти каменья сюда и сложи их около печи. Евпраксия тотчас начала носить эти каменья. Среди них попадались большие, которые с трудом можно было бы поднять 2 сильным сестрам. Она же их одна поднимала, клала на плечо и несла. Она была сильна телом. Представьте себе, какой губят. Ну, а еще сильнее послушанием. И никому не обращалась с просьбой помочь ей, потому что тяжелы камни или потому что она голодна или выбилась из сил. Но с усердием исполняла приказания. А тут, главное, маленьких 3 ведерка поднять не могут наши мужики. Ну.
Когда жена перенесла все каменья, то игуменя через несколько дней опять сказала ей: «Нет, нехорошо, что те каменья лежат около печи. Отнеси их опять на прежнее место». Понятно, чем занимались. Она ничуть не ослушалась, а снова принялась за дело и тщательно выполняла то, что ей было приказано. Вот это и нужно. Удивлялись сестры такому послушанию ее, терпению и трудолюбию, а некоторые из молодых смеялись, другие же говорили: «Крепись, сестра Евпраксия, будь тверда». Дьявол попытался еще раз потревожить ее ночным искушением. Однажды ночью он явился ей во сне в виде того юноши, с которым она была вручена. Будто бы с множеством воинов он пришел похитить ее и насильно тащил из монастыря. Вот о чем я и говорил. Все время они видели одни видения только, что их воруют, уходят, а самим выйти никакой возможности нету, при всем желании. Высокие стены, колючая проволока и собаки бегают. Она лежала на своей постели и во сне начала кричать и звать сестер, что помогли избавиться из рук похитителя. Ох, как она, наяву она уже все это видит. Господи, помилуй. Это все в житиях святых. От ее крика проснулись сестры. А это сестры-то каждый тоже воруют. Там свои рыцари. Сбежались к ней, разбудили ее и стали спрашивать, почему она кричала. Кричала от боли. Как эта кукушка есть, когда солдатам это спала. И говорит: сегодня я хочу тоже, чтобы на шкуре оленя лежать и так же кричать. Она рассказала про виденное во сне искушение дьявольское. И все начали не молиться. Так как и снова ее тревожил искуситель. Никакие камни не помогают. Пепел. То игуменя сказала ей: «Смотри, дитя мое, Евпраксия, как бы дьявол не подействовал на разум твой, как бы не пропал труд твой, потерпи еще немного, борись с ним мужественно, и он убежит от тебя». Конечно, психически ненормально все, и они с ума сходили, и приехал тут монах. Я говорю: ну и как там на фоне? На выступах стоят монахи, там 20 лет орут, совершенно бешеные, сумасшедшие. И Юлия также говорила Евпраксии: «Сестра, если мы теперь, пока юны и сильны, не станем бороться с нашим врагом, не победим его, то как нам победить его в старости?» То есть и в старости не надеется победить? Господи. Евпраксия отвечала ей: «Жив Господь, сестра моя, Юлия, если прикажет мне игуменя, то я не стану принимать пищи целую неделю, пока с помощью Господа не одержу победу над врагом, искушающим меня». «Право, сестра моя, — возразила Юлия, — я не могу стойко поститься, а ты, если можешь, то хорошо сделаешь. Во всем монастыре нет никого, кто бы мог не принимать пищи целую неделю, кроме матери нашей игумени». И она определяет, не то, что она проповедует, помогает где-то, нет. Рекорды ставят, книгу Гиннеса. Тогда Евпраксия отправилась к игумени и попросила у нее разрешения назначить себе такой пост, чтобы не есть целую неделю. Игуменя сказала ей на это: «Делай все, что можешь, дитя мое, да укрепит тебя Творец твой Бог и даст тебе одолеть дьявол». То есть эта кандидатура на место игумени теперь она будет. И начала Евпраксия поститься по целой неделе, принимая пищу только по воскресеньям и не оставляя в то же время на монастырских работ, ни услуг сестрам. Так что все дивились то великим подвигом ее. Вот целый год следим мы за Евпраксией. Вот у них фильма нет, телевизора нет, они целый год за ней только смотрят. Евпраксией. Вот целый год следим мы за Евпраксией, говорили некоторые из сестер. Но видали ли мы, чтоб она сидела, хоть бы когда ест, как Володя? Нет, и не могли видеть, только разве когда ночью ляжет отдохнуть на постель, а то и пищу вкушать стоя. Вот так. И все сестры любили ее за то, что она так трудилась и была так скромна, хоть и царского была рода, и молились о ней Богу, чтобы он даровал ей крепость и спасение. Главное, царского рода была. Вот тут еще важное дело. Так однажды ночью он навел на нее скверные мирские мечты. Опять рыцарь пришел воровать. Чем глубоко смутил ее, она, как почуяла лютое нападение, почуяла поружившегося на нее врага, вскочила с постели, осенила себя крестным знамением и вышла из своей кельи на дворе. На особом месте встала она, простерла руки свои к небу,
вперевши в небо очи и ум, и стояла так, молясь день и ночь, ничуть не сдвигаясь с места. Не двигаясь. Не двигаясь с места, как врытая в землю 40 дней. 40 дней. В это время она не пила, не ела, не говорила ни с кем, не спала, не опускала рук. Но это вранье уже. Сплошное вранье идет. Больше 3 дней никто из святых не могли. Дальше, говорит, я почувствовал, схожу с ума, как панго. В начале ее стояния игуменя, узнав об этом, пришла к ней и сказала: «Да утверди тебя Бог, дитя, и подаст тебе терпение». Евпраксии было тогда 25 лет от роду. Когда она простояла 2 недели, игуменя и сестры с улыбкой смотрели на такое терпение и радовались за нее. Вот зрелище какое было. Телевизора не было никак, планшета еще не изобрели. А вот они стояли, смотрели, потом пойдут, поедят, придут, стоит и опять смотрят. Прошло 30 дней, и стали удивляться сестры, говорили игумени: «Матушка, как видно, Евпраксия хочет совершить твой 40-дневный труд. Как ты бывало стояла так же». То есть бьет под нее клинья уже. «Да утвердите ее Бог», — отвечал игумени. Это как на пожарную команду приняли одного молодого. Ну, за ним все нормально смотрит. Лег спать, не будет. И уже скоро 24 часа, и командир отделения разбудил: «Встань, ты под меня уже бьешь. Больше моего спишь». «Да утвердите ее Бог», — отвечала игуменя, — «будем все молиться о ней». В прошествии 40 дней она еще простояла 5 дней, чтобы побить рекорд, а потом в изнеможении упала на землю и лежала как мертвая. Собрались сестры, внесли ее в комнату и не могли пригнуть ее рук. Она вся была как деревянная и не могла произнести ни одного слова. Зоя на стояние-то с этим-то сравни. Игуменя принесла ей пищи. Поднесла ее к устам и сказала ей: «Дитя мое Евпраксия, во имя Господа нашего Иисуса Христа, съешь!» И тотчас она, взяв пищу, съела и заговорила, немного укрепилась и встала. Ее повели в церковь, благодаря Христа Бога, укрепившего рабу свою на такой подвиг. После этого Евпраксия стала понемногу принимать пищи и поправляться. С этого времени дьявол уже не мог более смущать Евпраксию скверными мечтаниями и разжижением плотских страстей. Вот о чем речь совсем идет. Невеста Христова одержала окончательную победу над его искушениями. Прожила она 30 лет. Все. 30 лет. Жизнь оборвана. Истощилась. Дальше считаем. Пожар. Не дай Господь увидеть, не где-то за кордоном вдалеке, свой дом горящий, где жил доселе сиднем, где был хозяином, а стал вдруг лиходей. Вор оставляет нам хотя бы стены, есть шанс украденное иногда найти. Но на пожаре дерево и сено, и все имущество вверх сажи улетит. Не нарушайте правил и инструкций, как сохранить себя, детей, скотину. Здесь не пройдет авось с расхлябанностью русской, все вожделенное в момент тебя покинет. На погорельцах жженые рубахи, в оплавленном сознании надо было, жена и дети одеты черным страхом, на пепелище роется остылом. Ты говорил: мне так зимой удобно, чтоб сено рядом и бензин в подполье. Соседи сжег, и им ты враг сегодня, у всех в прикуску пепел на одном застолье. Огонь прообразует вечный ад, мучения нераскаянных при жизни. Не подсчитать лишений и утрат, от совести мучения, укоризны. Что сам виновен, никого не слушал, искал удобства смыслу вопреки. Пожар в кошмарах, кто его потушит? Заранее ущерб в уме прикинь. Смиренным и погода помогает, дождь благодатный на искру прольется. На гордого беда придет такая, что почернелая не плоть, а даже кости. Игра с огнем, и нищими пойдем, протянутой рукой лохмотьями трясти. С халатностью в твой дом придет Содом. Успеешь вскрикнуть: прости, Господь, прости. Так, жития и Евпраксия. Да, и Евпраксия. А сразу крестик. Новое житие узнали. Жития и Евпраксия. Сейчас пишет. Ну и все на этом. Время кончилось, сейчас. Ну как?
А мы читали какое-то в прошлый раз тоже, житие такое тоже хорошее. Какое там было? А Севериди в пью будет нас, и не надо и гадать. Там было, мы читали длинное такое. Кого там было? Ну кого? Ну там типа Семена Столпника, такой же похожий какой-то был. Ну и Арсений. А Арсений, да, да, точно, Арсений. Арсений. Ну все, давай сюда. Все снимал нас. Ну и...